Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что, начнем с арены. Я хочу забрать свои награды. Страж, 15 карточек. Плюс Когтистый. Так, Сакура. Храмовый пес и 5000 монет. Ну, так себе награда, если честно. Ладно, не беда, давай быстренько с тобой сейчас пробежимся. Я буду использовать... Да, вот этот вот отряд. Почему именно его, ребят? Ну, потому что, на мой счет, он как бы считается самым слабым. Поэтому мне не жалко здесь потратить одну единичку энергии. А достаточно будет здесь одного самурая. Мы его сейчас вызовем. Блин, я вот смотрю на этих, да, персонажей и удивляюсь. Когда-то раньше у меня были такие же. А сейчас ты видел, какие крутые? Ой, лучница еще первоначальная. На-ка! Просто один самурай всех крошит здесь. И замок с удара. Да. Ну что, главное, что арену мы с тобой пробежали. Естественно, там первое место. Так, зайдем в магазин, сразу посмотрим. Бесплатно нам достается копейщица. Так, здесь, друзья мои, давайте я вам разошлю подарочки. Сам все соберу. Ну, мне, конечно, ничего от этого не перепадает, потому что, ребята, у меня все по фулке. Так, что у нас по армии? Давай глянем. Так, мне нужен вот этот эльф. Мне нужен епископ. Санта-Клаус нужен. У меня даже король не прокачанный на 5 звезд. Почему-то я всегда думал, что он у меня прокачанный. Бродяга тоже не имеет 5 звезд. Ну, грифа понятно. Слушай, да у меня здесь еще, ё-моё, развиваться и развиваться. Ты посмотри сам. Привидение не прокачано. Служитель тьмы, когтистый. Замок, естественно, пряничный домик не прокачан. Вот такие вот пироги. Фабрика роботов не прокачана. Термин 9000 вообще имеет только 3 звездочки. Ядерный робот тоже 4 звезды. Короче, ребята, нам надо качаться и качаться. То есть тут еще нам надолго, да? Посмотри. Бог ветра тоже имеет 3 звезды. Да. У меня даже ползун всего 4 звезды имеет. А почему я взял, что он у меня 5-звездочный? С чего это вдруг? Не знаю. Почему-то, ребята, у захватчиков, по-моему, меньше всего, да? Бойцов. Вот если сравнить. Или мне просто так показалось? Наверное, показалось мне. Да, у всех одинаково. Просто так смотрится, как будто их меньше всего. Ладно. Ну что, ребята, идем с вами. Так, подожди, ага, вот. Идем с вами до следующего портала. Я надеюсь, у нас хорошо получится. Кстати, ежедневные испытания. Кто у нас тут будет разыгрываться? Давай посмотрим. А вдруг кто-нибудь такой, кто нам нужен? А это жнец. Так, секундочку, посмотрим. По-моему, жнец у меня прокачан полностью. Так, это у нас нежить. Угу. Ага, полностью. Дудки там, друзья мои. Он имеет 4 звезды, поэтому есть смысл нам идти сюда и смотреть состав соперника. Все соточки, прикинь, все. Правда, они почему-то не выглядят на сотый уровень. И кого нам тут предлагают? Служитель тьмы. Так, прыгун. Ну ладно, возьмем вот так вот. Ага, на выбор 3 башни. Я, наверное, возьму фаербол. Так, берем этого зомби и вот этого. Слушайте, друзья, что-то мне подсказывает, здесь будет очень тяжело. Во-первых, у них есть хил. Во-вторых, у них есть паладин. То есть хилка вместе с паладином — это такая дремучая смесь получается. У них есть лучница, да? Ладно, давай посмотрим, что у нас из этого вообще может получиться. Мне бы, конечно, вызвать, если ведьму, то... Подождите, ребят, ну почему они сотого уровня, а выглядят как самые эти, новички? Так, ну-ка давай камикадзу вызовем. Сейчас он тут взорвется. Если, конечно, лучница его не подобьет раньше времени. Ага. Так, давай, выходим. Вот, вот это вот, ребята, плохо. Это называется отражение урона. Все, зомби мой начинает потихоньку колбасить замок, а я, наверное, успею все-таки вызвать ведьму. Да? А если я призвал ведьму, то все, ребята. Дела пойдут в гору у нас. Смотри, что они делают, мои зомбики.
Но это благодаря тому, что служитель тьмы стоял сзади и их отхиливал. Ребят, что такое? Ты посмотри, нам все, все дается как будто... Так, 23 карточки, как будто, ну, знаешь, первый уровень. Как будто мы только начали с тобой играть. Ну что, в принципе, мы с тобой можем пробежаться, да? Тут довольно легко все. Я уже в этом убедился. Так что три испытания надо будет пройти. Уже точнее два. Карточки на жнеца, естественно, нужно, потому что их очень тяжело где-либо добывать, фармить. Это только в том случае, если на нас пойдет жнец, как босс, и мы его заколбасим. Но опять же, не факт, что мы сможем оттуда выбить карточку. Так, ну что, делаем по старой традиции тогда. По старой традиции. Слушай, интересно, может быть, я успею вызвать все-таки ведьму? По идее, можно постараться, да, и ведьмы здесь одной будет достаточно, чтобы разобраться. Ага, с отражением. На-ка тебе. Вот не надо так делать, пожалуйста, а? Жрица пришла здесь со своим посохом нещадным. На. Так, сейчас я вызову служителя тьмы, и все, ребята. И дела пойдут у нас в гору. Шикарненько. Слушай, что-то как-то мы легко. Я даже не верю, что они сотого уровня. Так, и мы с тобой получаем еще 13 карточек на жнеца. Ну что, последний поединок. Там уже будет нам доставаться, по-моему, 8 карточек на того же самого жнеца. Мы можем вместо ведьмы, конечно, взять и нашего старого вояку. Но согласись, что ведьма куда круче, чем он. Хотя тут бабуля надвое сказала. Если он бомбанет, да, предположим, старый вояка, и оглушит ведьму, то, боюсь, от нее толку никакого не будет. И, естественно, вояка выиграет. Но мы этот эксперимент с тобой ставить не будем. У нас есть дела поважнее. Уничтожить последний замок и идти, в конце концов, захватывать телепорт. Так, куда идешь? Так смешно он выглядит, паладин. На самом-самом начале этапа развития. Только вот что-то мне... Хотя, ладно, все нормуль. Ведьмочка, выходим. Да чтоб тебя, он отражение влепил. На, тогда сразу же, получай в лоб. Минус. Так, ну, жрица, естественно, здесь ничего не делает. Вызываем с тобой служителя тьмы, и все. Все, ребята, у нас будет под контролем. Я еще и прыгуна вызвал, того самого оборотня. Я считаю, что очень-очень легким было это испытание у нас. Но мне, по большому счету, никакой разницы нет. Видишь, все-таки 9 дают. Почему-то я раньше думал, что 8. Может быть, они всегда по-разному. Ладно, главное, прошли. Получили с тобой карточки. А теперь со спокойной, как говорится, душой и совестью мы переходим на захват портала. Вот эта вот долгая вечная загрузка меня почему-то раздражает между вот уровнями. С чего вдруг? Только бы главное не зависло. Так, ладно, прогрузилась. Ну что, друзья мои, вперед из песней. Давай смотреть. Мы с тобой остановились на долине подданных. Это у нас первый островок. Ага. Значит, здесь у нас есть крестьянин, копейщица, так, паладин и лучница. В принципе, армия так себе. Мы можем даже попробовать, наверное, вот этими справиться. Да, давай попробуем. Мы с тобой все равно ничего не теряем. Нам главное контрить того самого крестьянина, который вообразил себе типа мечником. Ну, на это у нас способен самурай. Как ты считаешь? Потом мы с тобой... Ой-ой-ой. Так, ну, против паладина тут, естественно, надо вызывать нашего таракошу. Вот он бежит, крестьянин. Так, ну и все это дело нужно затравить тыквоголовым. Тыквоголовым, плюс выпускаем с тобой корни. Шикарно, я тебе скажу. Так, ну и давай, наверное, призовем с тобой деда, старого воина. Пускай он же выходит здесь и разбирается с ними. А разбираться он любит, как мы знаем. Причем очень круто. Без компромиссов, просто всех тут наказывает. О, крестьяшка выпал. Так, лучница, ты достала. Корни выпустим с тобой, чтобы их замедлить всех. Корни замедляют и при этом еще наносят урон. Маленький, правда, но все-таки хорошо. И очень хорошо спасает против таких врагов, как бродяга. О,
ползуны всякие, которые очень быстро двигаются. Все, друзья, разобрали мы замок. И переходим уже... Слушай, по-моему, сейчас будет у нас босс. Это ведь последняя битва здесь. Да, последняя битва, и мы с тобой смотрим. Епископ, собственной персоны. Слушай, ну здесь, наверное, все-таки придется взять нам с тобой имба-команду, потому что епископ, ты знаешь прекрасно, он хиляет очень здорово. И плюс вешает вот эти вот щиты дополнительные, да? Такие же, что вешает и паладин. Так что мы не будем тут с тобой искушать судьбу. Сразу возьмем топовую команду и сейчас будем просто их разбирать. Бежит, бежит, холоп. На, сейчас тебя встретит здесь Маквоин для разминки. Так, Ронин, будь добр. Нет, не захотел он бежать. Так, лучница. Делала бы она отражение, все было бы хорошо. Карточка наполовину выпала. А вот это плохо. Вот это плохо. Ё-моё, грифа ты достал. Слушай, да по-моему здесь победа за нами. Оу, смотри-ка, успел призвать. А я даже не ожидал, если честно. Я думал опять забоится, но, как видим, блин, явился, не запылился. Все, мы его разобрали. Даже ведьмочка не успела подойти. Прекрасно. В общем, мы с тобой территорию подданных прошли. Забираем сундук и смотрим, что нам здесь выпадет. Угу. Все это у меня есть. Ну, за денежку, конечно, отдельное спасибо. Ну что, друзья мои, фабрика роботов. Собственно, персоны, там у нас потом захватчики будут. Так, с толкателем. Ёлки-палки. И это на самом-то первом этапе. Все прекрасно уже, наверное, изучили, чем опасен толкатель и почему я его очень так боюсь. Да-да, именно тем, что он толкает. Поэтому мне нужен здесь хороший отряд, быстрый и мощный. Наверное, возьмем вот этих ребятулек. Или же вот этих. Так, ладно, давай попробуем этот отряд. Толкатель не дешевый юнит, но нам нужно успеть, как бы тебе сказать, вызвать голема. И плюс какого-нибудь дальника. А это у нас ниндзя. БФГшку я вызывать здесь не буду. Давай попробуем. Вот он явился. Сейчас будет отталкивать, 100% тебе говорю. Так, поэтому я вот и сделал такую вот комбу. Так, ну что же, шикарно. Толкателя мы с тобой уничтожили. Ну а теперь жесткий прессинг. Сейчас молнию, наверное, придется нам еще применить. Давай. Замечательно. Есть контакт. Да как меня этот бомбер, а, раздражает. Ниндзю сразу убивает с одной бомбочки. Ну, а мы ему уничтожаем замок. Отлично, все-таки эта команда справилась. Ну что, друзья мои, сразу же идем на следующий поединок. Ага, ну, смотри, здесь стандартная команда идет. Всегда, когда толкатель, вместе с ним идет репульсор. Я уже заметил это неоднократно, поэтому даже не удивляюсь. Бесит меня здесь только бомбер. Так, ну что, вызываем, наверное, голема. Пускай он сразу сюда идет. Так, тут вылетает бомбер. Промахивается, естественно, и это хорошо. Тут он тоже промахнулся. Так, а теперь мы вызываем с тобой ниндзю. Видишь, гаденыш отталкивает. Да чтоб тебя, еще и этот тут явился. Ну... Прекрасно. Молнии. Очень хорошо сработала молния. Мне прям понравилось. Ну, в принципе, все. Здесь ничего уже опасного не будет. Хотя толкатель, он такой непредсказуемый. Ты посмотри, что творит. Всех оттолкнул назад. Но это его не спасло. Так, ниндзи, молодцы. Забомбили бомбера, и мы уничтожаем ему замок. Что может быть приятнее, когда враг... проигрывает. Ну что, ребята, третий поединок у нас здесь. Вот, смотри. Здесь у нас уже появляется молотильщик. Он опасен тем, что при смерти выпускает свою циркулярку. И, соответственно, все такие легкие юниты, типа как ниндзя, да, БФГшка, сразу погибают. Но шанс, как говорится, то, что он ее выпустит, маловат. А может быть, великоват тут. Ребята, непредсказуемо все. Наверное, все-таки...
возьму этот отряд, будем отыгрывать. Потому что, ну, как бы тебе сказать, альтернативы я не вижу. Тем более расстояние здесь приличное. Сейчас он, естественно, будет его вызывать в первую очередь. А мы будем с тобой прикрываться. Эй-эй-эй. Так, ну-ка. Да, голем здесь справится. Причем довольно хорошо. Вызываем ниндзю. Вот сейчас выпустит пилу, я чувствую. Нет, смотри-ка, не выпустил. Блин, ниндзю и так убили, а. Ох, как ты достал меня, а. Молотильщик. Видишь, что делает? Так, толкатель пришел. Мы его оглушили. Прекрасно. Поэтому здесь лучше вызывать нам таких вот танкулик. Типа как голем. Жаба с молотом. Чтобы их тут не уничтожали так быстро. Видишь, что творит? И вот так вот из края в край. Так, толкатель уже появился. Но мы его заколбасим, наверное, да, здесь? Молнии, давай, помогайте нам. Ох ты, и еще ускорение. Ну вот и все. Быстро и безболезненно мы с тобой проходим этот этап. Так, предпоследний, друзья мои, здесь что у нас? Добавляется просто лишь щитобот. Я не считаю, что это прям имбовый такой персонаж. Для меня. У меня он имбовый, а у врагов он, знаешь, сосунок. Поэтому сейчас мы с тобой сделаем все по красоте. Естественно, он вызывает щитобота. Тут же сразу репульсор. Поэтому нам нужно с тобой делать, наверное, голема плюс ниндзя. Вот так вот. Хотя этот щитобот очень крепкий. И жабу с молотом. Воу-воу-воу-воу, что это у вас так много-то здесь? Блин, опять этот бомбер летит, а? Ну-ка, молнии, помогите. Шикарно, они мне как раз помогли. Молния станет противников, поэтому бомбер никуда не смог двинуться. Просто встал на месте, и моя ниндзя уже в этот момент его расстреляла. Так, ну что, блин, опять толкатель пришел, а? Вот хорошо, когда у него не получается оттолкнуть наших, как говорится, юнитов, да? В этот момент мы его быстренько уничтожаем. А когда он отталкивает, нам приходится опять подходить. Он в этот момент начинает опять атаковать. И тем самым он может сделать так, что вообще к нему не подойдешь. Так, друзья мои, а здесь уже опасно. Здесь термин 9000. Поэтому я как бы не хочу с ним тут драться. Для меня это в свое время был самый жесткий босс. Именно термин 9000. А, еще лорд пустоты. И если я не ошибаюсь, по-моему, бог ветра тоже для меня был сложен. Но термин 9000 это вообще какой-то, блин, жесткач просто-напросто. Так, ну что, я думаю, с этой командой мы, наверное, с тобой сейчас быстренько пробежимся. Так, минус. Щитобота сразу просто снесли. Но, блин, этот, как он может двоих сразу станет? Объясни мне. Промахнулся. Так, даже если он появится, ему не сдобровать. Блин, ну вот этого вот не надо. Все, ребята, никаких терминов мы с тобой здесь не увидели в помине. Слишком быстро. Он не ожидал, что мы так разнесем ему замок. Но самое главное, что мы с тобой забираем сундук роботов. Так, репульсор. Завод. Да, роботов. И мы с тобой двигаемся на территорию захватчиков. Так, пришелец, вот это плохо. То, что здесь есть пришелец, это, друзья мои, меня совсем не радует. Мы можем, в принципе, взять вот этот отряд и сыграть, как говорится, на дурачка. На дурачка — это означает, что мы с тобой будем просто обманывать этого пришельца. Как? Легко и просто. Мы будем вызывать либо зомби, либо ползуна, которого он, естественно, будет хапать. Главное, чтобы он его не переманил на нашу сторону. На свою, точнее. Ой. Тихо-тихо-тихо. Но здесь, наверное, вот так вот все-таки придется сделать. Смотри, почему. Да-да-да. Именно вот для этих целей все это было сделано. Если бы я призвал сразу бы репульсу... Ой, этого... Джиггернаута, то он бы... Как бы тебе объяснить-то? Он бы его стырил, да? Пришелец вот этот вот. В плане, ты кого там схватил-то уже? Зомби схватил? Эй! Харе! Фига он тут чудит.
Так, жаба с пушкой, точнее с молотом. Да ты заколебал, пришелец. Ну серьезно, сколько можно-то уже? Давай, зомби, выходите. В принципе, моя тактика здесь сработала. Я хотел, чтобы этот пришелец хватал зомби. Он и хватал, именно их. Потому что, ну, мне зомби не жалко. А вот если бы он джаггернаута стырил, да еще и переманил бы его на свою сторону, вот здесь были бы уже проблемы. Этот пришелец будет нас, по ходу дела, доставать всю эту карту. Ладно, шиш с ним. Так, выпускаем, наверное, зомбика здесь. И штырит. Ага, он еще его и переманивает. Вот так вот приходится делать порой, да, ребята? Ну-ка, блин, там еще и этот воблер идет. Эй! Ты что ж делаешь-то? Ты посмотри, он перемает. Ребята, сейчас... Я не... Ты прикинь, что он сделал? Он переманил его прямо возле моей... Короче, тут надо переигрывать, ребят. Он переманил его. Я даже ничего не успел сделать. Представляешь? Вообще ничего не успел сделать. Как-то прикрыть своих бойцов. Вот это вот жесть. Вообще нежданчик для меня, если честно. Как он заколебал, а? Этот пришелец. Ну что-то я вообще тут расхандрился. Что-то я вообще не то стал делать, ребят. Серьезно? Давай еще и проиграем здесь. Такое может быть. Вполне. А что ему мешает? Да ничего, ребят. Так, давай, выходим. Да он достал этот пришелец, ну серьезно. Через, скажи, 3 секунды вылетает. А пришельца, оказывается, тоже можно в клетку схватить, да, получается? Он, видишь, что творит? Да, замок-то мы ему уничтожили. Я, ребята, почему не стал просто выходить? Все-таки опыт, как-никак, и монетки, они лишние не будут. А вот то, что мы с тобой здесь фейлились, это, конечно, печалька. Как же мне тогда здесь сделать? Я не знаю, ребят. Он меня здесь будет доставать. Все-таки я попробую еще раз сыграть этим отрядом. Он должен, ребят, здесь сработать. Ну, просто вот немножко нам не повезло как-то. Давай попробуем еще разок. Естественно, ждем пришельца. Естественно, он его захватывает. Опять он его берет на свою сторону. И опять у нас получается с тобой та же самая история, что была. Один в один прям. Единственное, что я могу попробовать вызвать вот так вот баллисту. И сделать вот таким вот образом. Окей, вроде бы как нормально, да, пока. Давай джаггернаут прикрываем. И вызываем с тобой зомбика. Чтобы зомбика он схватил, понимаешь? Да какого фига ты взял джаггернаута-то, объясни мне. Зомби что был впереди, он взял его просто проигнорировал. Так, клетка, клетка, где там клетка наша? Так, сейчас он ползуна, да, забрал? Ну, ползуна мне, в принципе, не жалко. Так, тихо, давай еще вызовем. Ну, здесь все, ребят, здесь побед за нами. Я же говорил, должно сработать. И оно сработало. Ему просто вначале повезло. Там, видишь, немножко ошибочка вышла. Он, оказывается, завербовал и выпустил зомбика на меня. Прямо возле моей базы, а мне нечем было прикрыться. Так, ну здесь слизень, да, морпех появляется. Тоже еще тот поганец на самом деле. Этот слизень-морпех. Но я думаю, у нас тоже получится. Правда, он, по-моему, будет вызывать именно его сначала, насколько я помню. Так, что мы с тобой сейчас сделаем? Вот же Чарыч творит, а? Ладно, пускай выходит у меня тогда баллиста. И зомби. Вот он, вот он, вот он, вот он, ребят, пришелец. Вот так мы с тобой сделаем. Ха-ха, пришельца мы с тобой поймали в клетку. И все, в принципе, у нас дальше должно быть хорошо.
Но все равно, ребята, есть шанс, что сейчас этот вылетит и стырит. Ага, он зомбика стырил. Ну и все. Ну и все. Так, дальше мы с тобой тогда вызываем еще одного джиггернаута. Вызываем еще одного зомбика. Две баллисты — это уже, ребята, сила, на самом деле. Вызываем с тобой клетку. Правда, она нам не понадобилась. Кого он там стырил, я так и не увидел. Да и неважно, уже победа за нами. Так, ребят, двигаемся далее. Смотрим, что у нас там. Предпоследний, да? Бой, у него ползун, ребята. Вот здесь, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, он будет вызывать ползуна вместе с пришельцем. Или это будет в последнем поединке. В общем, короче, здесь нужно сделать особую тактику. И главное успеть. Здесь главное успеть. По-моему, он первого вызывает пришельца, а следом за ним вызывает прыгуна. По-моему, так. Не прыгуна, а ползуна. И что творит? Теперь мы сделаем с тобой такую вот пакость. Не, ребята, это все-таки уже, значит, это, значит, в последнем этапе будет, в эпизоде. О-о-о-о, видишь, что творит? Похитил, да? Похитил. Не-не-не-не-не-не-не-не, не надо, не надо, не надо. Чудом, просто чудом уцелели. Так, зомби, выходи. Ты здесь нам нужен для чего? Для того, чтобы... Где этот пришельца, не вижу, ребят. Вот он, вот он. Так, баллиста моя его застанила. Это круто. Ускоряемся. Ускоряемся и, наверное, вызываем клетку. Так, что он там делает? Ага, мы его опять застанили. Ну и все, я чувствую, здесь победой пахнет, ребят. Баллисты просто расстреляют издалека. Ну давай, давай, родные мои. Есть. Вот как-то так. А у нас, по-моему, энергии больше не осталось на этом отряде. Жаль. Жаль, потому что у нас с тобой последний поединок. И вот здесь, по-моему, эта гадость будет. Ну, можно попробовать, конечно, вот так вот сделать. Через имба-отряд. Только я вот не помню, какая там комбинация. По-моему, все-таки, наверное, выпускаем вначале Ронина, да? Или как там, блин? Или рыцаря-мага вначале? Не помню, друзья мои. Да, значит, все-таки вот так вот. Все, тогда прекрасно. Тут главное пережить вот этот вот первый этап, а дальше все пойдет как по маслу. Так, делаем расстрел. Делаем так, выпускаем опять Ронина, который бежит, да? Ох, сейчас звезданет, смотри. Шварк. И нету базы. Ну что, мы прошли территорию захватчиков. Я считаю, довольно неплохо, всего лишь один проигрыш был. Ну и что нам здесь дадут? Так, лорд пустоты, сфера и деньги. Так, смотри-ка, здесь опять долина подданных, а потом у нас будет территория нежити. Здесь фехтовальщик плюс рыцарь. В принципе, отряд так себе. Единственная проблема, ребята, это в том, что фехтовальщик, он очень сильно критует. Кого тогда нам тут взять? Этот отряд отыграл полностью. Раньше мы этим отрядом с тобой вообще мало играли, да? Сейчас он вообще у нас самый первый потратил энергию. Все благодаря зомбику. Ну что, наверное, вот этот возьмем отряд. Потому что здесь есть и молотильщик, да, и щитобот. Они дешевые и очень мощные такие юниты. Поехали. Щитобот может оглушить, ну а молотильщик, как мы знаем, очень неплохо критует. Выпускаем. Так, давай, давай, распил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что-то пошло не по плану все, ребят. Что-то, блин, не то все. Трындец. Ребята, это трындец. Хорошо, мы кого-то с тобой напугали даже. Мы с тобой напугали одного из бойцов.
И, возможно, это нам сыграет даже на руку. Ну вот, вызвал паладина, теперь можно, как говорится, расслабиться. С паладином они так легко не справятся. А если еще и молотильщик будет сзади, то это вообще будет красота. Так, мы оглушили. Да, все идет великолепно. Так, давай-давай, прикрываем наших бойцов. Паладин мог бы, конечно, и щиты поставить, но он почему-то не делает этого. Жалко ему, что ли? Хопа. И вот мы уже с тобой возле замка, возле его стен, начинаем уничтожать. Сейчас все будет хорошо. Последний удар. Бинго. Согласись, круто. Я считаю, что вообще классно получилось. Ну что, здесь то же самое, ребята, добавляется просто копеечница. Так себе тоже вражина. Ну да, есть шанс небольшой оттолкнуть моих юнитов от себя. Ну это так. Поскольку. Так, надо вызывать молотильщика. Товарищ-то я знаю, псих еще тот. А мы его застанили, и после молотильщик уже его разобрал. Прикольно. Ух, вот это было великолепно. Циркулярка вылетела и уничтожила всех, кто там шел. Так, мы можем с тобой сделать вот так вот. Круто, круто. Так, что он нам... Давай паладина, наверное, позовем. Хотя он уже здесь не понадобится. Все, раскромсали. И переходим с тобой на третий поединок. Здесь лучница. Ничего особого не вижу, ребят, никаких проблем. Лучница, ну она вообще контрится легко, довольно-таки. Так что можно не напрягаться. Он немножко тактику поменял, да? Тогда начнем мы с тобой, наверное, с паладина. Так, секундочку, он вызвал... Так, паладин, а за паладина уже будем вызывать молотильщика, вот так вот. Так будет эффективнее всего. Потому что фехтовальщик отвлекается на палыча, да? Начинает его уничтожать. Ну, а молотильщик из-под тяжка его, естественно, уничтожает. А здесь нам понадобится еще всадник ножа рубля. А можно вот так вот даже сделать? Когда вот это вот притягивание идет, бойцы вражеские ничего не могут сделать. Они как бы в стане. В шоке, что там с ними творится. И никакого урона нам не наносят. Так, давай-давай, мне нужно уничтожить лучницу. Давай ее проминаем. Все. Ну, а дальше дело, как говорится, сноровки. Просто разбираем здесь замок. Любой юнит, который здесь будет появляться, будет сразу уничтожаться. Вот и все. Круто же. Интересно, какой у них здесь будет босс? Мне кажется, епископ уже был, да? Мне кажется, у них будет здесь король. Блин, а вот это плохо. Здесь бродяга. Как нам быть, как нам быть? Я даже не знаю. Блин, бродяга, еще и фехтовальщик. А не жирно ли у вас тут дамагеров развелось? Не нравится мне это все. Ладно, короче, давай с тобой вызывать, наверное... Ой, вот это я зря сделал. Вот это я сделал зря. Успеем, интересно... Вот зачем я так сделал? Ух, спасение мое было, ребята. Молотильщик выпустил пилу в самый последний момент, и она уничтожила всех. Но так рисковать больше не стоит. Вот он опять идет, а? Так, он проявится, как раз здесь его будет поджидать уже паладин. Вместе с молотильщиком. Окей. Давай-ка вот так вот мы с тобой сделаем. Пакостим. Все четенько. Ну что, друидушка, готова выйти? Конечно, готова. Бродяга падает с одного удара паладина. Это круто. Да, друидка пока дойдет. Мы уже тут замок с тобой, по-моему, так уничтожим. Ах, смотри, смотри, смотри. Блин, я хотел глянуть, как бродяга будет сейчас драться с друидкой, но не успели. Ну что, вот и последний у нас тут этап. Да, друзья мои, я был прав. Здесь все-таки будет король. Ну что, наш суперотряд, возмездие, где он? Вот он.
А почему у нас так мало энергии? Мы подрались всего, по-моему, с двумя боссами, а у нас нету трех энергий. Интересно, девки пляшут. Ну что, вызываем, наверное, Ронина сразу же, да? Нет. Давай все-таки Ронина. Да, Ронин даже не побежал. Нафиг, он сказал ему бежать. И вольготненько идет. Его, естественно, сейчас лучница-то и уничтожит здесь. Блин. Давай, чумнуха, выходи, помогать будешь. Вот, выбежал все-таки, красавчик. Так, ну где там король-то? А король-то голый. Где ты? Неужели ты опять не выйдешь? Поможем тогда. Все. Боссы в последнее время, ребят, последние, я не знаю, там, полгода, наверное, боятся просто выходить наружу, показываться. Редкие-редкие случаи, когда они выйдут, покажут себя и сразу получат люлей. Так, ну что, вот и 9 гемчиков. А нам нужно с тобой еще сколько? Дофигища гемов, чтобы открыть эпический сундук. Я уже коплю на него, не знаю, сколько, ребята, времени. Ну что, здесь у нас голем плюс банши. Я думаю, для этого отряда и вот это сгодится. Банши, да? Ну да, кричит. Кричит, может в стан загнать. Так, ну у нас есть вот этот вот парень. Успеть бы его только вызвать бы. А-тя-тя-тя-тя, ребята, большая моя была сейчас ошибка. Сейчас увидишь почему. Хотя, если она не достает, то все хорошо. Банши, ребят, когда она кричит, она наносит урон. Так, ну-ка. Урон, я имею в виду, вот если стоят мои юниты, она всем наносит урон. Соответственно, может даже немножко переборщить и захватить, задеть наш замок своей вот этой вот волной. Но тут, слава богу, нам повезло, и все у нас будет хорошо. Големы против, извини меня, тыракошек, это... Ну, это ни о чем. Плюс наши тыквоголовые, которые наносят массовый урон. Плюс они могут поджечь землю. Плюс мы с тобой вызовем корни. Ну, в принципе, и все тут. Никаких шансов у них на победу здесь не будет. Вот этот отряд довольно мобильный. За счет того, что у нас есть терракотовые воины, да? Они очень сильные и крепкие. Плюс у них есть возможность превратиться в каменную статую, которая не получает урон. И сзади них стоит вот именно тыквоголовый. Но это хорошо, когда в отряде нет летающих юнитов. Если есть летающие, здесь уже немножко, ребята, будет напряжно. А вот именно с наземными все очень хорошо получается. Так, прыгуна-то мне здесь только не хватало, а? Ребят, прыгуна мне только тут и не хватало. Ладно, попробуем с тобой здесь отыграть. Я знаю, что он сейчас будет вызывать прыгуна, поэтому нам нужно с тобой сделать... Да что ж такое-то? Тактику меняет, ребята, в корень. Прям на ходу переодевается, а? Переобувается. Так, молотильщик, давай разберем с тобой голема. Это сейчас будет орать там, как сумасшедшие. Да ладно. А где? Ты же должен этого выпускать. Почему ты не выпускаешь, ребят? Ну-ка давай вот так вот сделаем. Ага, вот он, вот он, вот он, явился. Давай свой прыжок. Слава богу, он без истерики. Поэтому мы его здесь разберем быстро. Замечательно. Так, и двигаемся себе спокойненько к замку. Замок уже наполовину там уничтожен. А вот тут уже, видишь, твою налево, ребята. Я ошибся, я вместо паладина призвал всадник на журавле. Зачем, скажи мне на милость. Вот из-за такой банальной ошибки мы с тобой и сфейлились. Да, была хорошая, ребята, затея и задумка. Ладно, раз он вызывает у нас прыгунов слишком поздно, тогда мы будем с тобой играть этим отрядом. Этим отрядом, так. Ну, для начала, естественно, вызываем с тобой Таракошу. Таракошу. Ну, а дальше уже все как по накатанной. Можно вызвать грифу, в принципе, но грифон дорого стоит, поэтому все-таки давай вот так вот делать. Так, сейчас должен быть
прыгун уже. Выйти, вот он вылез. Он истерику, врубает. Он врубает истерику. Так, сейчас опять, по-моему, должен быть прыгун. Появится еще один. Да, вот он. И тут, слава богу, он без истерики. Отлично. Так, ну что, вызываем корни тогда. И грифона. Так, копим, ребята, срочно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А кто это? Как там у меня такой головой-то оказался? Да чтоб тебе, да как ты, блин, засранец, сможешь это делать-то? Я не понимаю, блин. У меня таракуша появился, он взял, уже нанес повреждение замку. Пипец, короче. Опять сфейлились, друзья мои. Ну, сфейлились, я имею в виду именно по урону. Я офигею, я вызвал уже таракуша, появился. Почему он, блин, не этот? На него не отвлекся, я не понимаю. Я... У меня нет слов, ребят, короче. Этим отрядом играть? Ну давай этим попробуем, блин. Всю энергию растратил. Ну вот так начинается, вот всегда хорошо. А потом начинаются вот эти вот проблемы какие-то. Из ничего вообще, на пустом, на ровном месте. Голем против голема пойдет. Так, прыгуна не забываем, ребята, контрить. Начнется сейчас тут. Этот, конечно, отряд у меня для... Контролирование прыгуна вообще не годится, если честно. Вообще не годится. Будем честны. Вон, вон. Явился, не забыл. Видишь, что творит? Видишь, когда он в истерике, сколько он наносит урона? Очень много. Да. Ладно, ждем следующего прыгуна. Вот он явился. Без истерики, слава богу. Ну. Так, ждем еще одного прыгуна. Он должен появиться. Вот он. И тут опять же с истерикой. Да ё-моё, он мне ничего не дает. Заморозка. Сейчас, он должен появиться. Вот он. Фу, тут мы успели уничтожить ему замок. Блин, такая пакость этот прыгун. Три раза мы проиграли, ты представляешь, на пустом месте. Так, а здесь просто-напросто появляется когтистый. Просто-напросто появляется. Вот что-то у нас энергии вообще мало, ребят. Так, значит, голем, когтистый и банши. Этот отряд здесь вполне разрулит эту ситуацию. По старой школе, да, будем играть. Вызываем таракушу и сзади тыкуголовый. Почему эта тактика, ребята, не работает именно с прыгуном? Потому что прыгун перескакивает наших вот этих вот танков и уничтожает, естественно, тыкуголовых. Или кто там сзади, лучник, ну, не имеет значения. Он их на изи просто разбирает. Так что вот такая вот штука. Когда он в истерике, ты сам видел, его контролировать очень тяжело, этого прыгуна. Он просто в бешенстве. Видишь, банши тут начинает станить. Так, идет когтистый. Когтистый, ребята, когда умирает, он может сбросить свой череп, который тоже наносит урон. Но этого сейчас не произошло. Окей, очень неплохо мы, кстати, рванули за счет ускорения. Ну, тут уже, по-моему, все, побед за нами. Пускай он сушит весла. Отличненько. Так, можно еще, в принципе, одного такого голового позвать. И этого будет более чем достаточно. Карточка на голема выпала. Давай вызовем еще самурая с тобой. И корни. Ну все, тут уже прижарили мы их хорошенько. Прекрасно. Ну что, остается у нас, по-моему, последний там. Нет, ребят, не последний, предпоследний поединок. Так, служитель тьмы. Опять этот, а? Опять здесь прыгун. Твою дивизию. Прыгун, да тут еще и служитель тьмы, как я посмотрю.
Служитель тьмы, когда стоит сзади голема, он его будет хилять, а мы будем его пытаться разобрать, что очень тяжело будет сделать. Опа, с какого вдруг перепуга-то? Ты-то тут явился. Без истерики, нормально. Годится. Когда он вот так вот просто выпрыгивает, это еще терпимо, ребят. Но когда он выбегает именно с истерикой, тут уже начинается, конечно, лютость какая-то. Дай-ка я молнии применю. Так, хорошо. Вот он, опять прыгун. Поэтому срочно сейчас будем свой. Опять без истерики, отлично. А вот, ребята, и служитель тьмы, про которого я тебе говорил. Видишь, что он делает? Да-да, именно захиливает своего голема. Но он не успевает, потому что у нас здесь довольно мощный отряд. Я вызвал богиню солнца. Молнии. О-о-о-о, бежит, бежит. Просто начинает всех сметать на своем пути. Так, служитель тьмы, ты запарил. Давайте, уничтожайте своего же. Вот так вот. То, что нужно было. Так, но не забываем опять же про прыгуна. Появиться может в любую секунду. Он уже появился. Да что ж так долго-то мы здесь мурыжимся? Подожди-ка, а тут босс-то был или не был? Я уже не помню. Или это у нас не последний еще этап? Это не последний получается, да? Так бы мы уже давным-давно бы с тобой увидели бы босяру. Вот он, последний. Так, и здесь мы с тобой, естественно, берем, ребят, наш супер-пупер отряд. Вот этот вот. Ну, ему-то здесь все по зубам. По-моему, в последнем бою нету прыгуна. Поэтому можно, в принципе, расслабиться. Или есть? Нет, по-моему, нету. Ну что, Ронин, давай. Понятно. Еле идет. Еле идет. Ох ты, сразу же тут что-то как-то больно люто начали-то они. Ну, наконец-то. Так, минус голем. Прыгун, давай, выходи. Как раз вот против служителя тьмы вообще имбово зайдет. Да ё-моё, имбово зайдет. Еле-еле там своими клешенками разбирает. Так, а кто у них здесь босс? Что-то я подзапамятовал. Ё-моё. Старый вояка. Да ладно, этот еще служитель тьмы его там хилял, ты понял? Хорошо, что мы успели его бомбануть. Так была бы проблема у нас на самом-то деле. Он только этот у нас, прыгун. Перепрыгивает всех, да, и бомбит. Потихоньку базу. Слушай, шутки шутками, а у нас остается всего лишь минута. Блин, она еще так мощно бомбашит. Это служитель тьмы. Очень серьезно наносит дамаг. Давайте, давайте, чуть-чуть там осталось, господи. Я. Прекрасно. Ну что, забираем награду, я так понимаю. За территорию нежити и плюс еще за сам портал. Ну, так себе. Жаба с пушкой, ядерный робот и завод, трансформатор. Ну что, ребята, 148-й портал. Офигеть, 148-й. Квест завершен, странник. Давай с тобой заберем гемы здесь. Блин, ребят, нам еще один гем не хватает. Уничтожьте роботов, 50 штук. Если у нас будут сейчас роботы, конечно, уничтожим. А у нас нефритовая долина, потом захватчики. Роботы только здесь будут, мы не дойдем, ребята. А так бы получили прям сегодня эпический сундук. Так, что у нас тут? Значит так, самурай плюс терракоша. Ну, тут выбор очевиден, да. Мы с тобой тоже берем такой же отряд, где у нас есть и самурай, и терракоша. Только разница в том, что наши бойцы на уровень на 2 сильнее. Иди ты в пень. Куякает он мне здесь.
Так, видишь, даже мой немножко все-таки побольше наносит урона, поэтому сейчас выйдет мой Терракоша. Ну и все, им, в принципе, ханарики на воздушном шарике. А вот истерику врубать не надо. Жучара ты этакий. Корни. О, пошло дело. Давай. Ну ты понимаешь, да, тут раскромсон жестокий идет. Еще одного Таракоша позовем на помощь. Так, ты в голову. Как у него долгое КД, конечно, да? Ну ничего, мы его тут все равно прессуем очень хорошо. Плюс корни наносит урон, естественно, замедляют. Слишком часто у него в истерику впадают самураи. У меня такого почему-то не происходит. Раз в пятилетку заплачет там, да и все. Как тяжело, ребят, конечно, через этих вот терракотовых воинов проходить. Но все-таки мы прожали их, да? И уничтожаем замок. Отлично. Монетку дай. Прекрасно все было у нас. Все у нас получилось, друзья мои. Так что смотрим, что у нас тут. Ага, вот здесь есть энергия, да? На этом отряде. Но если мы с тобой успеем, конечно, призвать баллисту к нам на помощь, то нам повезет. Если же не успеем, ребят, нас всадник на журавле разнесет в хламину. Так что здесь напряженно будет на самом деле. Давай, наверное, сделаем с тобой так. Воу-воу-воу-воу. Ну как ты вот это вот умудряешься сделать? А вот объясни мне. Давай, давай, баллисточка, бомби. Бомбаш как никогда. Так, давай клетку вызовем. Да, против Таракуши, конечно, Джаггернаут явно будет проигрывать. Да еще и всадник на журавле, о нем тоже не стоит забывать. Может быть, две баллисты? Ну, две баллисты, это, конечно, будет круто. Нормуль. Так, Джаггер, давай, готов? Готов. И выпускаем с тобой клетку. Почему-то клетка не схватила никого из врагов. Да это и уже и не важно. Ну вот, как-то так, ребята. Сколько у нас еще? По-моему, там одна энергия осталась, да? На нашем имбо-отряде. Ага, здесь Вуджен. А кто такой Вуджен? Если у нас есть прыгун. Никто. Мясо. Прыгун просто будет перепрыгивать и уничтожать его. Вот и все. Вот он. Ну что, давай, вызовем маговоина. Он-то разберется с этим самураем вообще на изи. Две хлопушки, он готов, да? Так, вот теперь вызовем прыгуна с тобой. Потому что сейчас, наверное... А, нет, я немножко ошибся. Я думал, Вуджен сейчас выйдет. Но он не вышел. Вот он появился где. Но слишком поздно он вышел, поэтому мы его разбираем здесь. Да, друзья мои, разносим в хлам. Все. Прекрасно, отлично отыграли мы сегодня. Где-нибудь энергия еще откатилась у нас, давай посмотрим. Хотелось бы, конечно, пройти вот этот вот первый участок, но, видишь, энергии нет, ребят. Блин, очень обидно, потому что нам не хватает всего лишь одного гема. А нет никакого способа посмотреть три видео, сразитесь в боях на аренах. Ну, на арене, чтобы драться, ребята, нам нужна энергия, да, насколько я помню? Да, а энергии у нас с тобой нету, к сожалению. Ну что же, тогда мы с тобой на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!